Вот и закончился отчетный закрытый концерт студии танцев «Бродвей» «Ортус». Как это было? Смотрим. Столько эмоций позади. Давай, говори. В этом году наша студия встретила свой 10-летний юбилей. Сегодня прошел заключительный отчетный концерт в этом сезоне. Заключительный отчетный концерт студии «Бродвей» «Ортус». «Ортус» означает «восхождение». И действительно, сегодняшний вечер – это точка отсчета к новым победам, к новым вершинам, к новым испытаниям. Я уверен, что все мы справимся, потому что «Бродвей» – это невероятно крутая, дружная команда, где каждый готов поддержать друг друга во всех благих начинаниях. Этот год мы превзошли себя. Наверное, так. И абсолютно точно понимаем, что это старт к новым вершинам, к новым победам. Тверь, вы готовы? Потому что мы настроены очень серьезно. Сегодня в номерах многие группы выступали в новой коллекции одежды от студии танцев «Бродвей» «Baby Dance». Это наши первые шаги в этом направлении, и мы их сделали очень уверенно. Огромное спасибо сайту «Геометрия», Вова Колеснов, Эдуард Бакин, Артем Мясников. Это ребята, которые несменно с нами на каждом важном мероприятии, на каждом событии. Уже этой осенью студия «Бродвей» в сотрудничестве с порталом «Геометрия» представит документальный фильм студии «Бродвей» о закулисной работе «One Way». В 80-минутную ленту войдут все ключевые моменты студии, наших событий. А также мы расскажем о том, какие испытания выпали на нас на протяжении 10 лет.